Всем привет! Сегодня смотрим новое обновление в BuildTheBot. Во-первых, открылись подарки, добавили новый инструмент и немного обновили магазин. Первое — это инструмент. Его, кажется, дают бесплатно. Это инструмент перемещения. С помощью него можно перемещать любой блок. Это очень полезная функция. И также тут есть еще, смотрите, перемещение. Можно сделать вращение. Вращать блок сразу можно. Вот раньше можно было поставить блок и все. А теперь можно его вращать как? Теперь можно поставить градус. А мне интересно, можно все просто брать и постройку клонировать, чтобы не использовать баг на перенос? Самое интересное. О, да, можно шифтом выделять. Теперь не надо постройку за карту переносить, чтобы их копировать, а просто достаточно... Сейчас покажу. Ну, допустим... Ну, сейчас. Это слишком большие постройки, будет долго делать. Допустим, вот это моя постройка. Мне охота ее скопировать. Я просто беру новый инструмент, выбираю клоны... И теперь просто шифтом выделяю всех, просто перенести, и у меня будет точно такая же постройка. Я могу точно так же еще раз сделать. О, как круто. А сейчас проверим еще шифтом переворот, как работает. Ну, перемещение это понятно, наверное, просто перемещает. А вот как работает переворот, да, им можно всю постройку переворачивать, и это может очень хорошо пригодиться там, где-нибудь в переворотных делах, наверное. Попробую машину скопировать. Так, и все, у меня все хватает. Перетаскиваю эту постройку. Вау, теперь у меня две этой постройки. Сделал, скопировал. А сейчас сохранюсь, проверим. А, кстати, вот этот инструмент еще можно купить. Если вы его не успели получить в квест, то его можно купить в магазине, но только у меня он не отображается, потому что я его получил. И также ноты блок тоже можно купить в магазине. Ну, а остальные два блока, как пушка и сабли, уже нельзя никак получить. Так, сейчас я проверю постройку. Главное все выделять, ничего не обделять. Только вот после такой процедуры сбрасывается вся привязка. Очень полезный инструмент. Ну и подарочки теперь. Вот это подарки, которые были, когда до конца доходишь. Они открылись, у меня их сейчас 216. Из них выпали вот такие вот пушки замороженные. Они стреляют снежками. Также я еще заметил, что у этих пушек есть сзади, у них всего 25 пуль. Снежки. Сейчас посмотрим, что будет, когда они закончатся. 3, 2, 1, все, кончились. И он перезаряжается. А, только можно 25 пуль, и он уже, кажется, больше не заряжается. Так, вот второй аккаунт. Ставлю здесь пушку, включаю PvP режим. О, он с одного удара убивает противника. Таким пулеметом можно любого убить. Так она еще и блоки быстро ломает. Какая-то турель супер. Может, с такой одной пушкой можно танк за несколько секунд взорвать. Единственный минус, то, что она не перезаряжается. Так, дальше. Дальше у нас еще были подарочки за 60 золотых, можно было купить, но сейчас они исчезли. Из них давали сундуки. И теперь и все эти сундуки превратились в новогодние сабли. Сравним обычную саблю и новую. Вот новая сабля. Сейчас вторую саблю попробуем. Да, они оба одинаковые, по одинаковому работают. Просто одна так выглядит, другая вот так. Так, ну там было всего 4 подарка. Фиолетовый подарок — это ноты-блок. Посмотрим их настройки. О! Поставим G. Здесь поставим, например, G-решетка, а здесь дальше. Это разные ноты. Да, всего лишь есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 звуков. Кто разбирается в музыке, может здесь делать... музыку, используя таймеры, кнопочки, и все это можно привязывать. Ну, я немножко не разбираюсь. И здесь показалось в обновлении, что все подарки трансформировались. Вот этот в инструмент, это у нас в сабле, как я и говорил, пушку и вот это. С вами был Games, всем пока.